Hi my friends, we continue our playlist. Let's look at the next verbs. Итак, стимулировать. Stimulate. Stimulate. Нам нужно стимулировать наши продажи. Нам нужно. We need стимулировать. To stimulate. Наши продажи. Our sales. We need to stimulate our sales. Критиковать. Criticize. Не надо критиковать других. Не надо. Don't criticize других. Others. Don't criticize others. Он критикует других людей слишком часто. Он критикует. He criticizes других людей. Other people. Слишком часто. Too often. He criticizes other people too often. Избегать. Avoid. Я избегаю обсуждать это. Я избегаю. I avoid обсуждать это. Значит, избегать что-то делать. Это avoid doing. Глагол синговой формы. Поэтому I avoid discussing it. I avoid discussing it. Я избегаю разговаривать об этом. I avoid разговаривать об этом. Talking about it. I avoid talking about it. Но на практике мы обычно говорим, очень часто говорим, я стараюсь избегать. Поэтому я стараюсь избегать эта фраза I try to avoid. I try to avoid discussing it. I try to avoid talking about it. Я избегаю встречи с ним. То есть, за словом, я избегаю встречать его. I avoid встречать его, meeting him. А так я избегаю встречи с ним. I avoid meeting him. Или я стараюсь избегать встречи с ним. I try to avoid meeting him. Надеяться. Hope. Я надеюсь на лучшее, но ожидаю худшее. Я надеюсь. I hope. На лучшее. Вот надеяться на что-то, hope for. Лучшее, the best. Но ожидаю. But. I hope for the best, but. Ожидай, expect. Худшее. The worst. Видите, здесь I относится к первой части предложения, ко второй. Здесь связка but. I hope for the best, but expect the worst. Идеализировать. Идеализировать. Idealize. Idealize. Не надо идеализировать этого человека. Не надо идеализировать. Don't idealize этого человека, this person. Don't idealize this person. Не надо идеализировать этих людей. Don't idealize этих людей, these people. Don't idealize these people. Тебе нужно открыть глаза. Тебе нужно. You need открыть глаза. To open. Мы сами знаем, глаза это eyes, но мы сами так сказать не можем. Можно сказать to open your eyes. Открыть глаза это выражение open your eyes. You need to open your eyes. Don't idealize these people. You need to open your eyes. Видите, your eyes
А если у вас получается your eyes, your eyes, your eyes, you need to open your eyes. Итак, stimulate, we need to stimulate our sales. Criticize, don't criticize others. He criticizes other people too often. Avoid doing. I tried to avoid discussing it. I tried to avoid discussing it. I tried to avoid talking about it. Но опять же, можно speaking в этом контексте, но обычно talking, поэтому по умолчанию используем. I tried to avoid talking about it. I tried to avoid meeting him. Hope. I hope for the best, but expect the worst. Idealize. Don't idealize this person. Don't idealize these people. You need to open your eyes. Далее, починить что-то. Вот есть глагол repair, а есть также глагол починить что-то fix. Fix. Тоже означает починить, прикрепить. Например, мои часы сломаны. My watch сломаны is broken. Значит, broken сломаны is, потому что it. Не мог бы ли ты починить их? Не мог бы ли ты? Это could you? Could you fix it? Fix it. My watch is broken. Could you fix it? Или, например, я починил свой велосипед. I fixed my bike. I fixed my bike. То есть, в принципе, мы часто используем глагол repair, но также и fix тоже используем в этом контексте, поэтому не удивляйтесь. I fixed my bike. Курить. Smoke. Smoke. Вопрос. Ты куришь? Do you smoke? Do you smoke? Do you smoke? Я никогда не курил в своей жизни. Я никогда. I've never не курил, smoked в своей жизни in my life. I've never smoked in my life. Двигать. Move. И move также переезжать куда-то. Он хочет переехать в Лондон. Он хочет. He wants to move в Лондон. Это предлог направления, поэтому сейчас это to London. He wants to move to London. Далее. Мне нужно передвинуть этот стол. Или мне нужно подвинуть этот стол. Мне нужно... I need to move этот стол, или стол, the table. Мне нужно подвинуть стол, I need to move the table. Если это стол, I need to move this table. То есть move это двигать и move также переезжать. Далее. Значит, еще с move. Значит, мы планируем переехать в новый дом. Мы планируем, обычно используется, мы говорили, время present continuous, этой конструкции планировать. Это we are planning. Переехать. To move. Значит, в новый дом. To move into a new house. We are planning to move into a new house. Видите, обычно переехать куда-то, соответственно, в какую-то страну, в какой-то город, обычно to. Если в какое-то конкретное место, видите, новый дом, новую квартиру, то обычно используется into. Into. We are planning to move into a new house. Например, он еще не переехал в свою новую квартиру. Он еще не переехал. Так получается, he hasn't moved into...
So, новую квартиру. His new flat yet. Или apartment. In his new flat yet. He hasn't moved into his new flat yet. Далее. Резать. Cut. Формы. Cut, cut, cut. Она порезалась. She cut herself. She cut herself. Она порезала еду. Она порезала. Значит, видите, начало то же самое. She cut еду. The food. Еда конкретная, обязательно the. She cut the food. Итак, fix. My watch is broken. Could you fix it? I fixed my bike. Smoke. Do you smoke? I've never smoked in my life. Move. He wants to move to London. I need to move the table. We are planning to move into a new house. He hasn't moved into his new flat yet. Cut, cut, cut. She cut herself. She cut the food. Зажечь что-то. Это light. Формы. Lit. Lit. Они зажгли огонь. They lit the fire. They lit the fire. Она зажгла свечу. She lit the candle. She lit the candle. Сейчас устойчивое выражение. Lit the fire, lit the candle. Сформировать. Form. Мы уже сформировали свое мнение. Мы уже сформировали. We've already formed свое мнение, то есть наше мнение, our opinion. We've already formed our opinion. Заменить. Replace. Давай заменим это слово. Давай заменим. Let's replace это слово with the... Я же думаю о другом. Let's replace this word. Let's replace this word. А если мы хотим сказать, давай заменим это слово другим, тогда мы скажем, let's replace this word with the... другим, with another. Но опять же, мы просто так another не можем поставить. Можно сказать другим словом, сказать with another word. Или, если мы не хотим повторять word, как это часто бывает, мы говорим one. Вот так, смотрите, правильно. Let's replace this word with another one. Давай заменим это слово другим. То есть, опять же, one мы используем, чтобы не повторяться. Let's replace this word with another one. Например, они хотят заменить этого рабочего более квалифицированным. Они хотят. They want заменить. To replace этого рабочего. This worker. This worker. Более квалифицированным. Но опять же, видите, кем-то, чем-то, это with the. Не забываем поставить. Более квалифицированным. Правьте, если я ошибаюсь. Но видите, здесь опять же нужно поставить артикль, потому что как раз наш артикль прилагательное и существительное. И опять же, мы, чтобы не повторяться, мы добавляем one. Получается, they want to replace this worker with a more qualified one. Или with a more qualified worker. Или более профессиональным. With a more, тогда, professional. With a more professional one. Or with a more professional worker. Но обычно one по умолчанию используем, чтобы не повторяться. Значит, продолжать.
Continue. Значит, я продолжу тренировать свою память. Я продолжу. I'll continue тренировать training my memory. Мы говорим с вами continue doing something. И также еще можно сказать фразовый глагол использовать. Go on. Можно также было сказать I'll go on train my memory. То есть это тоже допустимо. Далее. Имитировать. Imitate. Imitate. Не надо стараться имитировать это. Не надо стараться. Don't try имитировать. To imitate it. Don't try to imitate it. Не надо стараться это имитировать. Итак. Light. Lit. Lit. They lit the fire. She lit the candle. Form. We've already formed our opinion. Replace. Let's replace this word with another one. They want to replace this worker with a more qualified one. Or they want to replace this worker with a more professional one. Continue. I'll continue training my memory. Or I'll go on training my memory. Imitate. Don't try to imitate it. И также еще здесь глагол сказать. Значит, просто что-то сказать. Это глагол say. Я уже все сказал. Я уже все сказал. I've already said everything. I've already said everything. Я уже это сказал. I've already said it. I've already said it. Я никогда это не говорил. И никогда. I've never said it. I've never said it. Что ты только что сказал? Что? What? Ты только что сказал. Have you just said? What have you just said? What have you just said? Что он только что сказал? What has he just said? Такая ведь тоже конструкция, то есть может быть и специальный вопрос с present perfect, как здесь. Итак, I've already said everything. I've already said it. I've never said it. What have you just said? What has he just said? My friends, thank you very much.